канале Эллен Стар. Кто из вас самый умный и угадает первым, что у меня? У меня креативное творчество, картина, мозаика из пайеток. Кто угадал, тот молодец. Я очень люблю делать что-то своими руками. Поехали! Ух ты! Круто! Вот такие 4 штучки сейчас покажу. Вот, 4 вот такие штучки. Они очень блестят. Здесь на рамку надо их клеить. И куча пайеточек разного цвета. Ух ты, как их много! Фиолетенькие. Коричневые. А это что за штучки? Это гвоздики! Это зелененькие. Вау, какие красивые синенькие! И здесь есть сама рамка. Здесь есть инструкция. Так ее надо как-то вытащить. Вот, вообще. Все, вытащила. Вот инструкция. А вот это рамка! Здесь надо пайетки засовывать гвоздиками. Красиво! Очень интересно! Нам надо украсить уголками рамку. Давайте начнем. Вам нравится начало? Не очень. Дальше. Пайеточки. На рисунке есть цвета. Такими же цветами надо украшать картину пайетками. Вот такие красненькие. Ребята, здесь в картине есть пенопласт, чтобы засунуть туда с гвоздики. Побели. Теперь надо засунуть туда картину.
там. Ребята, я делала это целый день. Посмотрите, что у меня получилось. Спасибо, что посмотрели до конца и поставили лайки. Кто не подписался, не забудьте подписаться на мой канал. И не забудьте нажать на колокольчик. Всех люблю и всем пока!